Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня у нас будет очень короткий скринкаст, но тема важная и полезная. Речь пойдет о делегировании аккаунта Gmail. То есть ситуация, при которой вы даете кому-то право просматривать и отвечать на ваши письма от вашего же имени. Находится это в настройках. Кстати, настройки в Gmail очень обширные. И за вот этой неприметной шестеренкой скрывается очень много всего полезного. Вот, например, тут можно установить постоянную подпись под письмами. Всяческие телефоны, ссылки и так далее. А тут очень полезная функция – автоответчик. Когда вы куда-то уезжаете, хорошо бы установить автоответчик, и всем, кто вам будет писать, придет сообщение, что вас сейчас нет, но вы вернетесь такого-то и безусловно ответите. Но зашли мы сюда не за этим. Нам нужен аккаунт и импорт. И здесь функция «Предоставить доступ к своему аккаунту». Выбираете адрес того, кому вы хотите предоставить доступ. Нас еще раз спрашивают, уверены ли. Так-то правильно, поскольку это открывает перед человеком с доступом к вашей почте практически неограниченные возможности. Но мы уверены, нас извещают, что человек должен принять этот подарок судьбы. Человек этот подарок принимает, хотя ему тоже говорят, что он может отказаться. У него еще раз спрашивают, готов ли он. Да, готов. И через 30 минут он получает таки доступ, и вот здесь, в выборе аккаунта Gmail, можно зайти в делегированный аккаунт. Ну то есть фактически это ваша вторая почта. Вы можете делать здесь все то же самое, что и в обычном почтовом ящике. И даже менять все что угодно в настройках, но с одним ограничением. Тут в настройках нет закладки «Аккаунт и импорт». То есть вы не можете изменить пароль, добавить почтовый ящик или делегировать этот аккаунт кому-то еще. А если потребность в делегировании отпадет, то владелец аккаунта может также в настройках в аккаунте импорте отменить делегирование, то есть удалить почтовый ящик, на который предоставлен доступ. Придумать ситуацию, при которой это может пригодиться, несложно, и я надеюсь, вы с этим справитесь сами. Все любите друг друга и не оставайтесь дома теплыми летними вечерами, которые скоро наступят. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.